Еще одно лечебное учреждение Тверской области получило компьютерный томограф. Это Калининская районная больница. Теперь медики намного быстрее смогут ставить диагноз пациентам. Это особенно актуально сейчас во время пандемии коронавируса. Калининская центральная районная больница – одна из тех клиник, которые с самого начала пандемии оказались на передовой фронта борьбы с коронавирусом. Именно сюда стали поступать первые пациенты, число которых, с учетом выписанных, на данный момент приблизилось к 1000. При этом медики сетуют, что на скорость проведения анализов серьезно влияло отсутствие компьютерного томографа. Нам нужна была перевозка для того, чтобы отправить пациентов по договоренности с 6-й больницы, с областной больницы на КТ, с 1-й. То есть это, конечно, большая очередь ожидания. Нагрузка на пациентов, с учетом того, что у них и так симптомы интоксикации, им приходилось ждать перевозку, потом около компьютерной томографии. Теперь этой проблемы больше нет. Благодаря усилиям правительства Тверской области в июле для ЦРБ приобрели современный компьютерный томограф. Он не только сократил с нескольких часов до 20 минут время диагностики, но самое главное – увеличил ее качество. Например, только КТ позволяет выявить симптом ковидной пневмонии, который медики называют матовым стеклом. Здесь создается более 400 снимков, в отличие от рентгенной флюорографии, как правило, у нас делается все в одной-двух проекциях. Тут много проекций, и для нас, для врачей, безусловно, это современный способ, намного удобнее, комфортнее, и мы выявляем больше заболеваний, нежели чем будем выявлять на флюорографии и на рентгене. Пока этот компьютерный томограф будет работать только для диагностики коронавирусной инфекции. Однако, когда пандемия пойдет на спад, аппарат задействует на всех фронтах, в том числе и для обследования пациентов, направленных из поликлиники.